Друзья, всем привет! На связи Паша Клымык. Мы с вами на канале, где общаемся о Моноколесе, а также все, что с ним связано. В одном из прошлых видеороликов вы можете его посмотреть или тут, или в закрепе, в комментариях я его оставлю. Мы уже с вами рассматривали так называемые ДТП. И эта новая рубрика, которую я тогда еще попытался добавить, довольно нашла хороший отзыв у вас, фидбэк. Многие из вас сказали, что да, это интересно, да, особенно не просто просматривать, да, ДТП, ну и черт с ним, а именно разбирать эти моменты, из-за которых эти ДТП, собственно, и случились. Напомню, что ДТП, они так или иначе касаются электротранспорта, электроскутеров, моноколес, там, велосипедов, все, что с ним связано. Я в шутку решил назвать эту рубрику «Асфальтовая болезнь». Друзья, посмотрите на этот отполированный шлем и задумайтесь, стоит ли в принципе носить, надевать шлема, будь то велосипед, сноуборд, скейт, моноколесо или другой легкий персональный транспорт. Подумайте, что могло бы с этим райдером случиться, с его головой, не будь на нем шлема. Итак, асфальтовая болезнь, часть 2. Поехали. По традиции я вам включаю целиком весь ролик, и потом мы его разбираем на части. Итак, что мы видим в этом ролике? В этом ролике мы видим велодорожку, огражденную по всем правилам от проезжей части. Справа пешеходная зона, да, брусчатка, столбики, два направления для велосипедистов, моноколесников. Но что-то пошло не так. Что именно пошло не так? Давайте пойдем от обратного. Не глазами текущего моноколесника, который едет, а глазами того моноколесника, который пересек пешеходный переход, перекресток. Он пересек, и если вы посмотрите в самом конце, то видно, что эта велодорожка, она уходит по диагонали, по огибающей налево. То есть она не уходит направо вдоль проезжей части, она уходит влево. И, соответственно, тот моноколесник, любой велосипедист, который там может быть, выезжая с встречного направления, он, безусловно, будет, как и автомобилисты, двигаться по внешнему радиусу. То есть его, ну так скажем, заносит на внешний радиус. И так как его заносит на внешний радиус, он, соответственно, выезжает, так сказать, навстречную текущему моноколеснику. Данный моноколесник, который снимает это все дело, вначале он все правильно, он едет по своей правой полосе. Но увидев, что на его полосе уже движется моноколесник издалека, он интуитивно, как и многие автомобилисты точно так же делают, он интуитивно стал уходить влево. Он интуитивно стал уходить влево, уже перед столкновением видно, что он едет почти по разделительной, да, по прерывистой, вот в районе велосипеда, там где прокат велосипеда стоит, он уже переезжает на левую полосу. Тот моноколесник, которого занесло на внешний радиус, он исправляет ситуацию, и он возвращается в свою полосу. Он вернулся в свою полосу, там даже видно, опять же, перед столкновением, что он уже доехал, заехал на свою полосу. И этот моноколесник тоже на своей полосе. Все, столкновение, привет, асфальт. Что бы я делал в этом случае? И, в принципе, это рекомендуется делать большинству автомобилистов. Это тормозить. То есть не хаотично дергать руль и перенаправлять автомобиль куда-то в дерево или в кювет, а просто максимально возможно тормозить. Если, я не знаю, визуально, тот моноколесник, который это снимал, визуально я не вижу, чтобы он тормозил. Второй момент, который меня тоже немного смущает. До перекрестка тут оставались копейки, тут оставались метры. Ну не знаю, но если взять одну секцию забора, это 1 метр, там 1,5 метра, то тут оставалось там 5-6 метров. И
судя по видео, данный моноколесник, он даже не планировал скидывать скорость. То есть он или планировал влететь опять же на этот перекресток, даже не обращая внимания слева, есть ли автомобили, которые поворачивают направо, или одно из двух. В общем, виноваты, я считаю, что тут все. Еще меня смущает, если вы посмотрите, отсутствие, опять же, какой-либо абсолютно защиты у моноколесника, который ехал навстречу. Посмотрите, ну, шлема нету, защиты наколенников я не вижу, кисти я не вижу. И теперь попробуйте меня переубедить, что если вы выезжаете за хлебушком в магазин куда-то на скорости 5 км в час, то вам не нужна защита. Welcome! Вы думаете, что у моноколесника на белом колесе скорость была больше 5 км в час после того, как он переехал на перекресток? Я не думаю. Честно, не думаю. Может быть, там была даже меньше. Но травмы, которые можно получить вот в таком столкновении, 25 кило одно колесо, 25 кило второе колесо, может довольно-таки неплохо влететь в коленную чашечку там или еще куда. Друзья, вот такой вот видеоролик. Кого вы считаете виноватым по первому видосу? Кто прав? Все виноваты, все правы. Давайте общаться. Смотрим второй видеоролик и потом осуждаем. В прошлом видеоролике на канале, посмотрите, кто не смотрел, я говорил фразу о том, что многие велосипедисты, моими глазами, как автомобилиста, плевать хотели на все, что происходит вокруг них на ПЧ, в городе, на тротуаре и везде. Мало кто из велосипедистов, ну, я думаю, что для вас это не секрет, абсолютно даже не смотрит по сторонам. Они не поворачивают голову, двигаясь по первой полосе, доезжая до препятствия какого-либо. Они не поворачивают голову при перестроении, они не смотрят. Они просто, они главные на дороге и просто едут. Не в обиду никаким велосипедистам, я сам велосипедист. И мне не лень повернуть голову, чтобы меня не снес какая-то бетономешалка. В данном случае этот велосипедист, скорее всего, думал, что он проскочит. Но давайте разбирать. Значит, первое. Смотрим в самом начале зеленый сигнал светофора. Я, к сожалению, не вижу, какой сигнал светофора у велосипедиста на пешеходном переходе, но это его не оправдывает. Даже если там зеленый, а там, скорее всего, зеленый, потому что зеленый на пешеходном переходе включается как раз в тот момент, когда включается зеленый у автомобилей. То есть автомобили начинают движение встречное туда-сюда, и как раз пешеходный переход тоже начинает переходить. Окей, пусть у него, допустим, зеленый. Машины начинают двигаться, и маршрутка, она попыталась проскочить перед автомобилями, потому что если бы она не успела свернуть, то встречное направление застопорило бы ее довольно надолго. Поэтому она чуть-чуть ускорилась и попыталась проскочить. Но она ускорилась не настолько, чтобы не увидеть пешехода, который идет 2 км в час. Посмотрите, в момент поворота уже маршрутки, то есть она уже когда колесами уже повернула и уже начала поворот, то того велосипедиста еще даже не было видно на обочине, на тротуаре, перед пешеходным переходом. Он еще был где-то там, черт знает где, где-то в тени киоска, деревьев и всего остального. Мог ли маршрутчик предположить или увидеть человека, который находится где-то в тени, за, ну, на взгляд, тут метров, наверное, 10, если не больше 15? Я думаю, что это довольно сложно. Предположить можно. Это все опыт, это все практика. И можно предположить, что этот велосипедист, хотя, опять же, если бы я, допустим, ехал, и я бы начал на поворот, я бы, ну, процентов, не знаю, на 70 был бы уверен, что этот велосипедист, даже если он едет к пешеходному переходу, он как минимум
притормозил бы, как максимум спешился и переходил. Я бы его в любом случае пропустил, даже если бы он уже стоял перед пешеходным переходом. Ну, как бы все это нормально, нужно взаимоуважение какое-то иметь. Но велосипедист решил перед маршруткой, маршрутка не трамвай объедет, решил проскочить. Окей, маршрутку он проскочил. Если бы он, наверное, ехал по прямой, он ушел вправо чуток, наверное, он бы как раз встрял в моторный отсек этой маршрутки там, или в лобовое стекло. Начал уходить правее и чуть-чуть не въехал, опять же, в бочину Kia. Если вы, опять же, присмотритесь, то даже Kia, которая ехала относительно не быстро и которая, скорее всего, стартанула на правую зеленую стрелку, она, благо дела, успела притормозить. Успела притормозить, потому что иначе велосипедист, опять же, который без шлема, он бы перекинулся через капот, слава богу, если не в светофорный столб. Что происходит дальше? Дальше заднее колесо чуток заносит, наверное, черкануло. И велосипедист, судя по его как бы реакции, он еще и чем-то недоволен. Он недоволен, что его там не пропустили, пропустили там или черкнули. Что-то показал руками, и все поехали дальше. Будет ли именно этот велосипедист дальше нарушать правила дорожного движения? Ну, как нарушать? Ну, в принципе, да. Если смотреть черным по белому, то да, он нарушил. Он должен спешиваться на велосипеде. Будет ли он и дальше нарушать? Честно, я думаю, что да. 90% я думаю, что да. Если бы его снесли, вот нормально, да, снесли, и велосипед бы в клочья развалился, думаю, что нет. А так, в принципе, ну, он подумал, разное бывает, и пошел себе, поехал дальше. Следующий момент, который меня тут волнует и беспокоит, это есть ли там велодорожка. Я долго присматривался, есть ли на этой стороне велодорожка, есть ли на противоположной стороне велодорожка. И знаете, скорее всего, нету. Скорее всего, там велодорожки нету. Ничего не ограждено. И поэтому этот велосипедист нарушает тем самым, подвергает тем самым два раза. Сразу не только маршрутчика, не только автомобилиста, который потом должен ходить и доказывать, что он не жираф, что он не хотел сбивать велосипедиста, но еще подвергает пешеходов обычных. Посмотрите, там кафе, какое-то Friends кафе написано, какие-то стульчики стоят. Может же быть такая ситуация, что возле этого кафе сидят родители, сидят дети, ребенок там, не знаю, где-то что-то бегает, где-то играет, там, не знаю, выбежал там в тень туда-сюда, и его переедет велосипедист. Может быть такое? Может быть. Так зачем носиться по тротуару на такой скорости? Тем более подъезжая к проезжей части. Вопрос. Итог этого банкета я вижу таким, что однозначно тут виноват велосипедист. То, что он не попал под колеса, это скорее не его мастерство, а везение. Секунда раньше, секунда позже, и он бы не проскочил мимо маршрутки, мимо автомобиля. И, друзья, носите шлем и спешивайтесь перед пешеходным переходом. На закуску третий видос, веселенький такой видос, но от этого он не перестает быть довольно интересным для разбора. Что вы видите? Первое, что лично мне бросается в глаза, это полоса сплошная, которая нанесена на асфальте около трамвайных путей. То есть, если мы с вами откроем правила дорожного движения и вспомним, а в принципе автомобилисту разрешено ли ездить по трамвайным путям, то мы увидим, что ездить по трамвайным путям можно только в нескольких случаях, когда они на одном уровне с дорогой в одном направлении с полосой движения авто и не разделены от проезжей части.
Если они разделены какой-то клумбой, какой-то бровкой, какой-то разделительной полосой сплошной, то значит ни автомобилистам, ни велосипедистам, ни там, я не знаю, там каким-то квадроциклистам уже на трамвайные пути переезжать нельзя. Соответственно, если мы берем по умолчанию, что велосипедист – это полноценный участник дорожного движения, которому разрешено ездить в крайней, напомню, правой полосе, тут, скорее всего, одна полоса, то по умолчанию он должен был ехать в правой, в этой же полосе, где едет автомобилист, ближе к краю бровки. Пересекать сплошную линию он не имеет права, а тем более там двигаться. Это уже нарушение со стороны доставщика еды. Следующий момент, который лично, опять же, мне бросается в глаза, это формат езды этого велосипедиста. Как мы все с вами знаем, переезжать трамвайные пути можно, нужно под прямым углом, максимально под прямым углом. И моноколесники это знают, и скутеристы, и все-все-все. Езда без рук в данном случае и 10 сантиметров левее, и он летит под колеса машины. Это даже не обсуждается. Следующий момент, который, опять же, мне бросается в глаза, это разворот автомобилиста. Тут я уже не на его стороне. Почему? Потому что если бы действительно там был не велосипедист, а трамвай, то автомобилист, как минимум, перед поворотом он должен был остановиться в ноль, посмотреть, я не знаю, там высунуть голову с форточки, если он считает, что кто-то может быть в слепой зоне, а скорее всего он так и посчитал. Он посмотрел, трамвая нету. А то, что там велосипедист где-то в слепой зоне, он уже это не мог предугадать, но это логично. Перед поворотом желательно, конечно, лишний раз покрутить головой. И в этом случае это факт, что он не досмотрел велосипедист или трамвай, который мог быть, или автомобиль, который тоже мог быть на трамвайных путях. Какой-то нарушитель мог, тогда бы уже отделались бы не вмятиной на двери, а возможно нормальным ДТП. Благо дело, скорости тут небольшие, благо дело, велосипедист, скорее всего, начал тормозить уже перед столкновением, но думаю, что в данном случае, в отличие от первого видоса, данный велосипедист, данный доставщик, он уже задумается в будущем ездить ли таким образом по трамвайным путям, по плитам, нарушать ли правила дорожного движения. Итог по данному видосу, я считаю, что виноват велосипедист, потому что есть разделительное, потому что он, как участник дорожного движения, должен находиться в принципе в первой полосе, но и также некая есть нагрузка и на автомобилиста, который не досмотрел. Друзья, вот такое вот видео у нас получилось. Повторюсь, если вам в такой формат асфальтовой болезни заходит, ставьте, пишите в комменты, что окей, давай еще. Если вам тема моноколеса не интересна, можете даже не подписываться. Всех остальных буду рад видеть среди подписчиков данного канала. С вами был Паша Клемик, на связи. До новых встреч в новых видеороликах.